Уважаемые дамы и господа, приветствуем бойца синего угла клетки Магомед Зайнука! Приветствуем бойца красного угла клетки. Рамис Исмаила. Уважаемые дамы и господа, представляем вам бой в легком увесе. Синий угол клетки. Боец, представляющий город Махачкала. Возраст 27 лет. Вес 70 килограмм, рост 178 сантиметров. Профессиональный дебют. Магомед Зайнука! Его соперник в красном углу клетки. Боец, представляющий город Ставрополь. Возраст 22 года. Вес 70 килограмм, рост 175 сантиметров. Профессиональный дебют. Приветствуйте, Рамис Исмаила! Бойцы на середину. Давай, 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 давай
даже сядем. Можно продолжать? Итак, уважаемые дамы, уважаемые господа, в связи с снятием врачом на первой минуте 14 секунде первого раунда техническим нокаутом победу одержал боец синего угла Магомед Зайцев!